Эльза. Корму 2 конец. Реально не шутка. Да почему ты удивляешься? Неужели Картавый опять оказался прав? Левша грамотно и методично. Сейчас я без какого-либо негатива или нападок, или еще чего-то. Грамотно и методично засеивал поля своих рабов. Вы можете найти видео к битве блогеров, то ли вообще к первой, то ли ко второй. И я вам могу точно сказать, что это было на карте Утес, на центральном пупке. Не помню, на каком танке я был, но это было на карте Утес. Засеивал поля долбоебов. Сейчас лутает бабки, а долбоебы на него батрачат за кукиш с маслом. И все. Ну, типа... Нахуя ему какой-то корм 2, который больше нихуя не приносит. Корм 2 это было поле, засеянное долбоебами, с которого левша фармил бабки. Вот. А долбоебы-рабы на него батрачили. Сейчас он засеивает новое поле, и долбоебы-рабы... Долбоебы-рабы на него батрачат, я с этого не получаю, а он фармит бабос. Ну, типа... Грамотное, отличное... ведение... рабовладельческого бизнеса. Вот. Красавчик. 10 из 10. Что самое, блядь, удивительное, в этот раз, как бы это каламбурно, блядь, не звучало, самые большие яйца оказались не у кого-то, а у Трис. Она сказала: я рот ебала, мне этот прайм не нужен, идите нахуй. Со своим, блядь, турниром. Я свое расписание менять не буду. И все. Лол. Ну, это, по крайней мере, из того, что мне доложили. Тут уж я, давайте, за достоверность информации базар держать не буду. Может быть, было и иначе, но доложили мне так. Вот и все. Поводок никто не отпускал, не отцеплял, блядь, поэтому как так.